Всем привет. Привет. Я Юрий Спасокукольский. Я Илья Чернов. И мы успешно закончили проект «Я хочу похудеть». Задача выполнена, и теперь у нас новая цель. Я хочу накачать мышцы. Я тренер, Илья Чернов, мой воспитанник и единомышленник. И мы хотим начать сегодня, 7 декабря 2014 года, 4 апреля, выглядеть более мускулисто, более массивно, накачать мышцы. И сейчас мы проведем замеры мышц на сегодняшний день, какие они у нас, и проведем контрольное позирование, чтобы вы через приблизительно 3 месяца могли увидеть разницу до и после. Также мы обязуемся выкладывать регулярные видеоотчеты еженедельные, чтобы вы могли следить за проектом и следить за достижением нашей цели. А сейчас мы проведем взвешивание. Практически максимально напрягаешь. Мы все видим, что здесь 37 сантиметров. Объем бицепса 37. Лицом камеры, объем груди. Объем груди. Так. И максимально надуйся. Вдохни воздух. Максимальный объем груди 102 сантиметра. Теперь точно так же сделаешь. Только плечи. Растопыри плечи. Надувайся. Максимальный объем плеч 122 сантиметра. То есть зачем раздеваться уже бедро? Снимать шорты мы не будем. Напрягай. 55 сантиметров объем бедра. Нормально. Значит, у нас есть основные замеры. Вес. Плюс визуально вы можете посмотреть, как человек выглядит сейчас и как он будет выглядеть через 3 месяца. Также мы можем озвучить, какие сейчас у тебя силовые показатели. Сколько ты жмешь гантели лежа? По 30 килограмм. На сколько повторений? Не больше 6. Хорошо. А допустим, сидя жим вверх. Передняя дельта, силовой показатель какой? Это силовое упражнение. Я давно не делал, но последний раз у меня был вес около полтинника на 6 раз. А что ты сейчас делаешь? Жим в тренажере? Да. Жим в тренажере сидя. Какой результат сейчас? 45 килограмм. То есть 90 в сумме на 8 раз, да? Да. А на ноги? Жим ногами 180. 30 со штангой, 70. 70 на сколько раз? На 10, на 5? На 6. Хорошо. Теперь на спину. С тяга, допустим, верхнего блока. С каким весом может быть? 86 килограмм. 86 килограмм. Тяга верхнего блока на сколько раз? Раз 5-6. Но это с сильными рывками, да? Да, это прям футбол. Читингом. А руки, бицепс, допустим, с каким весом ты делаешь? Штангу поднимал с весом сейчас около 60. Там, 60 килограмм щитингом с 7 раз. 7 раз изогнутым грифом, да? Прямой. С прямым грифом. А если более-менее чисто, то килограмм на 10 поменьше, да? Ну, чисто могу, 45, наверное, я сделаю чисто.
С небольшой раскачкой, если это считаешь. С небольшой раскачкой. А идеально килограмм может 40, да? Идеально. 35, наверное, чтобы вообще не двигаться, не качаться, я думаю, килограмм. Ну, то есть идеальная чистая техника 35-60 с грязным читингом, да? Ну, мы имеем результаты по всем мышечным группам основным и посмотрим, как они изменятся за эти 3 месяца, насколько увеличится рост силы. Ну что ж, смогли похудеть, сможем и набрать массу. Да, мы во всяком случае в это верим. Посмотрим, что будет дальше. Друзья, нам придется много поработать. Нам понадобится ваша поддержка. Поэтому делитесь информацией о проекте в социальных сетях, на своих страничках. Будьте активными, комментируйте, поддерживайте Илью. А мы прощаемся с вами и до следующего видеоотчета через неделю. Пока.